Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 566. Света купила 5 карандашей по цене x рублей за карандаш, а Таня 7 ручек по цене 1,8 раза выше, чем цена за карандаш. После этого у Светы осталось 49,2 рубля, а у Тани 15 рублей. Нужно записать выражение для следующих величин. Для цены ручки, так как ручка стоит в 1,8 раза выше, чем карандаш, а карандаш x рублей, то ручка стоит 1,8 умноженная на x. Стоимость 5 карандашей. Один карандаш стоит x, значит 5 карандашей стоит 5 умноженное на x. Стоимость 7 ручек. Одна ручка стоит 1,8 x, значит 7 ручек стоит 7 умноженное на 1,8 x. И можно упростить это выражение. 7 умножить на 1,8. 7 умножить на 18 будет 136, значит, а 7 умножить на 1,8 будет 13,6 x. То есть, простите, не 13,6, а 12,6, так как 7 на 18 будет 126. Следующее. Нужно записать выражение для следующей величины суммы денег, которая была у Светы первоначально. Так как Света купила 5 карандашей, то есть 5, потратила 5 умноженное на x, и после этого у нее осталось 49,2 рубля, то изначально у нее было 5x плюс 49,2. Следующая величина – сумма денег, которая была у Тани. Первоначально Таня потратила 12,6 умноженное на x, и осталось у нее потом 15 рублей. Значит, изначально у нее было 12,6x плюс 15. И дальше нам нужно составить уравнение, зная, что у Светы и Тани первоначально денег было поровну. То есть нужно просто приравнять два последних выражения, которые мы получили. 5х плюс 49,2 равняется 12,6х плюс 15. И выполнили задание 566. Ну а если у вас... Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.